В Кизлярском районе в результате ДТП двое человек погибло и трое пострадало. Авария произошла на автодороге Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка. 22-летний житель села Карла Маркса, управляя автомобилем «Шкода Октавия» на высокой скорости, въехал в кирпичный забор жилого дома. В результате чего пассажиры 30 и 21 года, жители села Карла Маркса, скончались в местной больнице. Сам виновник ДТП и его два пассажира, 20 и 25 лет, с различными телесными повреждениями, помещены в медучреждение Кизляра.